Эй, Джин, я знаю, что ты здесь. Выходи давай. Морозишься опять? Я тебя все равно достану. Давай, выходи. Опять ты, слушай. Наконец-то. Слушай, Аладдин, ты по чистоте меня в вызывании Google переплюнул. Короче, мне надо в Америку. Нью-Йорк же есть? Я, короче, по программе Work and Travel собираюсь поехать, посмотреть, что, как, может, бабки заработать. Поздравляю, добрый путь. Эй, а подожди, подожди, слушай, какой добрый путь? Я вообще-то думал, что ты мне поможешь. Вон, вещи собрал, все. Меркантильный какой человек, а? Тебе лишь бы выгоду с меня поиметь, да? Ладно, хорошо. Поздравляю, в добрый путь. Слушай, ты нормальный вообще? Да мне быстро надо, ты с ума сошел? А, так так бы сразу и сказал. Сейчас с ветерком тебя домчим, братуха. Одно место до Нью-Йорка. Ты дурак, что ли, совсем? Какой салон, какой такси? Там океан, Джин, океан там. А, ты этот Нью-Йорк имеешь в виду? Ну, конечно. И как я должен тебе туда переместить? Я думал, ты вот так вот пальцами щелкнешь, и я окажусь на Бродвее и пошел. Владим, братан, ты, походу, «Звездные врата» пересмотрел, да? Тебе здесь не телепорт, слушай. Я тебе, как человек, который физмат закончил, говорю, это невозможно. Так, короче, понятно все с тобой. Ты просто не хочешь выполнять мои желания, как всегда это. Ладно, чё ты, не заводись. Есть у меня, короче, один вариант. Так. Бабки есть у тебя? Ты вообще сколько рассчитывал в Нью-Йорке потратить? Я вообще-то вообще не рассчитывал тратить. Я на тебя рассчитывал. Значит, 200 баксов точно есть. Ну, есть, и что? Давай. Есть одна тема, верняк. Вообще-то я на эти бабки хотел сувенир купить. Маленькую статуэтку свободки, жасмин подарить там, чтобы она... Радуха! Считай, ты одной ногой уже в Нью-Йорке. Ой, а второй? Ой, не хрипишуй. Ну? Ковер, самолет? В точку, братан. Я тебе отвечаю, это идеальный вариант. Быстро, комфортно, удобно. Wi-Fi даже должен быть. Ну? Ну, не знаю. Что-то он стрёмный какой-то, знаешь. А ты за 200 баксов что, бизнес-класс хотел? Ну, все, не хочешь, как хочешь. Эй, я на него ладно, стараюсь, ладно, ладно, что ты кипишуешь сразу? Все, 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 беру я. Ну все тогда. Поздравляю с удачной покупкой. Эй, как говорится, это от винта, братан. Иди, иди. Все, давай. Так, сейчас, давай, это, давай, лети. Лети давай, ну. Эй, Джин, что-то он не летит, твой этот ковер. Джин, не летит твоя тряпка а, эта. А, вот ты где, ворюга. Женщина, в чем дело, что вы делаете? Ты только отвернулась, а ты ковер мой украл. Я 200 баксов за него заплатил, да что вы делаете? Да уберите свою палку. Она выползали, наркоман. Сумасшедшая какая-то.